Hola, amigos! На связи Матвей. Да, наконец-то я вернулся домой и уже успел сдать свой Android-сервис, так что пока что он там чинится, и я не могу для вас заснять игровой контент. Хочу обратиться к братьям нашим меньшим, а точнее к ребятам, которые хотят поиграть в Fortnite на iOS. Все мы знаем, что в связи с конфликтом Apple и Epic Games традиционно приобрести игру в App Store мы не можем. Поэтому сообщество активно постоянно ищет новые способы по установке Fortnite на iOS-устройство. И в этом видео я бы хотел с вами поговорить, как и каким образом вы сможете установить Fortnite в 2021 году на ваши iOS-девайсы. Тема достаточно серьезная, в YouTube можно найти множество способов по установке Fortnite на iPad и iPhone, даже я парочку успел сделать, но какие-то из них оказываются либо устаревшими, либо просто обманом для фарма просмотров. Так что сейчас я вам разъясню, что правда, а что ложь. Прежде всего хочу начать с плохих новостей, что Fortnite в 2021 году на любое iOS-устройство, пока он удален, вы установить не можете абсолютно никак. Абсолютно все гайды на YouTube являются либо устаревшими, либо фейком, либо просто сервисы по облачному геймингу. В принципе, да, так-то вы можете поиграть в Fortnite на своих iOS-устройствах, но только через сервисы облачного гейминга. Но поверьте мне, это будет далеко не Fortnite Mobile. Во-первых, вы сможете так играть только при идеальном соединении с интернетом, и во-вторых, вы не сможете играть с привычным вам мобильным управлением. Вам будут представлены либо виртуальные кнопки геймпада, на котором вы должны играть в этот Fortnite, либо вы должны подключать сам геймпад, чтобы уже с него играть в Fortnite на ваших iOS-девайсах. Ну а если мы играем в Fortnite на каком-нибудь геймпаде, то это уже не Fortnite Mobile. Соответственно, Fortnite Mobile на любые iOS-устройства в 2021 году никак не установить. Ну и не отрицаю, мои видео по установке Fortnite на iOS-устройства тоже относятся к этой категории. Первый способ, представленный на канале, это устаревший способ, он был актуален только до того момента, пока Apple не удалили Epic Games как разработчиков из App Store. Второй способ и является тем самым способом через сервис облачного гейминга, то есть через Shadow App, и то он достаточно сложный, но на тот момент он был единственным рабочим. И даже сейчас этот способ пофиксили, потому что раньше вы могли взять бесплатную подписку на 3 месяца и играть в Fortnite на своих iOS-девайсах. Сейчас ее убрали, и то вы можете играть в Fortnite и в любые игры через стриминговый сервис, только если вы заплатите там какую-то определенную сумму. Конечно же, это того не стоит. Лучше просто взять эти деньги, пойти в ПК-клуб и там уже поиграть в Fortnite. А лучше всего просто накопить денег и купить себе отдельное устройство на Андроиде, чтобы играть в Fortnite. Так что, мои дорогие игроки на iOS, я просто хотел облегчить ваши страдания, просто сказать вам, что вот нету больше способов по установке Fortnite на iOS. Не хочу из этого делать какое-то кликбейтное видео, там делать какие-то фейк-способы. Просто знайте, вы никак не сможете установить Fortnite, пока его не разблокируют. Кроме, естественно, сервисов по облачному геймингу. Не ведитесь на всякие роды дезинформации в интернете. Конечно же, если все-таки появится какой-то способ по установке Fortnite на iOS-девайсы, я первым делом расскажу об этом на самом крупном и единственном канале по Fortnite Mobile во всем СНГ, точнее, на моем канале Мотивкар Fortnite Mobile. Обязательно подписывайтесь, если вы тут впервые, потому что это единственное большое комьюнити по Fortnite Mobile, которая жива на данный момент. Я тут часто делаю ролики по Fortnite Mobile и не только, так что обязательно подписывайтесь. Уверен, если вы мобильный игрок, вам будет интересно, а также вам будет интересно пообщаться с другими мобильными игроками на моем Discord сервере, ссылка в описании, ну или в моей официальной группе канала ВК. Ссылку на нее вы тоже найдете в описании. Хотя выбора у вас нету, потому что я единственный крупный ютубер по Fortnite Mobile во всем СНГ, который готов вас радовать контентом по вашей любимой игре каждую неделю. Ну а пока что это у меня все. Также не забывайте поддерживать меня как автора в своем ежедневном магазине Fortnite. Тег, если что, Мотивкар, обязательно вписывайте, покупайте исключительно с ним. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!